Траектория движения, раскрепощенная чувственность и нити мыслей. Молодые самарские художники отражают в своих картинах то, чего нельзя увидеть в повседневной жизни. Главный девиз этой выставки – свобода от стереотипов. Здесь учат креативному мышлению. Например, кто-то в этой картине увидит только зеленые пятна и кусочки фольги, а для кого-то это река. Креативно мыслить Олег Комаров учился 2 года. По образованию психолог, по призванию художник. На выставку представил работу «Рисовать значит закрашивать, писать значит зачеркивать». Она состоит из 92 отдельных картин. В первую очередь это работа о сомнениях, которые нас всех одолевают. Свои работы на суд зрителей представили 14 художников. Все они выпускники Самарской школы современного искусства. В экспозиции порядка 100 работ, и над каждой посетителю придется задуматься. Если приходить на такие выставки без какого-то предубеждения и без ожидания того, что мы в очередной раз увидим Шишкина, Вайзовского и еще кого-то, а просто попытаться принять, что есть еще и что-то другое, чему они в свое время не научились, тогда все будет хорошо. Познакомиться с необычными картинами и фотографиями можно до 21 августа. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.